27 октября 2019 года в городе Бишкек во Дворце спорта имени Кожомкула. Впервые лучшие бойцы наилегчайшего веса Кыргызстана сразятся в один день. На турнире ВФ-90 Гран-при 2 будет прямая трансляция на YouTube-канале ВФ Глобал, а также на канале КТРК Спорт. Не пропустите! Главный приз – пояс чемпиона ВФ Гран-при наилегчайшего веса, а также автомобиль. Участники турнира – Мырзамедин Пазылов, Ариет Бегишев, Рыскол Ибраимов, Шермухамед Муса Мухамед Муса, Рамазан Мугуев, Руслан Кудайбердиев, Нурлан Курманалиев, Махтбек Ускембаев, Ханбек Бейшеев, Кайтназар Улубек Турсун, Рамазан Маматазим, Джанбек Улу Даньяр, Абдвасы Улу Алмамбет, Бостон Анарбаев, Урматбек Улу Чентемир и другие.